Добрый день, уважаемые коллеги. Продолжаем наши еженедельные планерки. Хочу напомнить, что сегодня также ведется прямой эфир нашего совещания. Считаем этот опыт успешным, поэтому мы дальше будем его развивать. Наша работа с вами должна быть совершенно прозрачной и понятной для населения. В повестке сегодня 5 вопросов. Первый вопрос – это работа в системе «Добродел». Это удобная для жителей система, она не случайно пользуется популярностью. А для нас, это, для чиновников, это прежде всего такая лакмусовая бумажка того, что происходит на конкретной территории. В прошлую среду на нашем совещании мы отметили 3 аутсайдеров по просрочкам. Это поселение Никольское, Кубинка и Голицыно. Сегодня мы видим позитивную динамику у Кубинки и у Голицына, хотя там не все так однозначно. Сегодня мы к этому вопросу еще подойдем в нашем обсуждении. А вот по Никольскому поселению количество просрочек не то чтобы сократилось, а наоборот увеличилось. Было 19, на сегодняшний день стало 25 просроченных жалоб. Уважаемые коллеги, еще раз хочу, возвращаясь к теме добродела, напомнить, что люди ждут ваших ответов и не дожидаются. Это прежде всего подрывает доверие к самой системе добродел, а во-вторых, это подрывает доверие к системе власти, к местной администрации, потому что жалобы приходят именно в вашу администрацию и распределяются, и вопросы вашего местного, локального значения. Причем мы прекрасно понимаем, что есть проблемы военных городков, о которых мы с вами говорили, и есть хронические проблемы, которые копились на территориях десятилетиями, и для их решения необходимы большие денежные средства, а зачастую огромные, которых нет ни в поселении, ни в районе. Но когда мы видим по 20 просрочек, это однозначно свидетельствует о том, что в поселении местная администрация просто не дорабатывает. Теперь, что касается поселений с позитивной динамикой. В Кубинке было 23 просрочки, стало 16, Павел Вячеславович. Это явная динамика положительная, но все еще большое количество. У Голицына 12 просрочек было, по нашей статистике осталось 3, причем основную массу жалоб отработали вчера вечером, видимо, готовились к нашему совещанию. То есть за один день было закрыто 15 обращений. Безусловно, отдельный вопрос – это качество наших ответов. Подозреваю, что половина из закрытых жалоб и обращений потом вернется на следующей неделе к вам снова, потому что они никоим образом не удовлетворят заявителей. И эти проблемы будут вылезать снова и снова. То есть вы их снова потом на следующей неделе спрячете ответом, который явно не устроит, потом будет повторное обращение. То есть у нас 2 показателя. Просрочка, когда вы не вовремя это делаете. Второй показатель, когда жалоба из недели в неделю повторяется, потому что идут отписки. То есть формальный ответ. Мы эту тему обсуждали не один раз, и я призываю вас настроить свои коллективы, администрации, которым мы с сегодняшнего дня будем применять уже определенные меры воздействия, дисциплинарные воздействия, призвать ваши коллективы не отписываться, а все же научиться и заставлять себя где-то это сверхусилие решать проблемы населения. И если в этой работе нужна помощь районной администрации или каких-то ведомств, или правительства, мы уже с вами об этом говорили, тогда эту проблему поднимайте к нам наверх и обсуждайте. За неделю никто из вас ни с одной проблемой к нам не пришел. Павел Вячеславович нам сегодня расскажет об итогах работы системы «Добродел» за неделю. Мы снова сегодня заслушаем тем глав, где у нас наибольшее количество просрочек, в том числе
Александра Николаевича по Голицыну. И будем выслушивать глав на каждой планерке, пока не стабилизируем работу в системе Добродел. После основного доклада Кондратского прошу тогда со своими отчетами выступить Дудрова, Косика, Здрадовского и Чердниченко. У нас есть такое маленькое поселение Заречье, которое не может себе позволять вообще просрочек. А у вас их три. У вас поселение вот такое. Два дома, три школы и парк Мещерский. И у вас три просрочки. Непозволительная роскошь, я бы так сказал. Хотелось бы сегодня, так как в прошлый раз мы эту тему проходили также вот бегом, галопом, все-таки более подробно пройтись по каждой просрочке, по поселению, для того, чтобы всем стало очевидно, понятно, где военный городок, где люди, которые нас тренируют, а где все-таки вы просто не справляетесь своей работой. Ну, так скажем, у ваших подчиненных обыкновенная лень и отсутствие дисциплины. Пожалуйста, Павел Вячеславович, тогда докладывайте и оперативно пройдем по поселениям. У меня подборка по каждому есть. Я вижу, что многое из того, что здесь в просрочках, можно было решить в одном касании. Добрый день, Андрей Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Будьте добры, презентацию. Презентацию, будьте добры. Ну, давайте оставим, раз уже так случилось, что пошел ролик. Вы ролик запустите. Я хотел бы обратить внимание всех глав. И так как идет онлайн-трансляция, соответственно, обратиться к нашему населению, активному населению с гражданской позиции, о том, что на портале Добродел стартовало голосование по поводу благоустройства дворовых территорий 2018 года. Началось голосование вчера, закончится оно 27 октября. И прошу всех активных пользователей Добродела, социальных сетей, Инстаграма, Фейсбука, ВКонтакта, ваших пабликов, всех поучаствовать в этом голосовании и обозначить те дворовые территории, которые являются наиболее приоритетными для каждой территории. Прошу также медийный блок провести информационную кампанию в средствах массовой информации, в наших печатных изданиях, на сайтах, во всех социальных сетях, у глав проконтролировать эту работу на страничках, в Инстаграме, на страничках администрации, провести максимально широкую кампанию по, скажем, распространению этой информации. Голосование началось, мы ждем, соответственно, активность повышенную для того, чтобы не промахнуться с приоритетными дворовыми территориями. И не было потом никаких жалоб и возмущений или большого количества вопросов, почему мы выбрали тот или иной двор. Ролик можете поставить, мы его сейчас посмотрим, а потом тогда перейдем к системе. Да, вот такой короткий ролик. Также после благоустройства жители могут оставлять отзывы о качестве благоустроенной территории. Там туда же подвешивается вся информация, все акты, как была благоустроена территория.
как раз перед совещанием посмотрел несколько. Самое активное, конечно, это у нас в городе Одинцово. Активные жители, их больше всего, они оставляют отзывы. Но информация по всем дворовым территориям, она подвешивается по всем поселениям и по всем территориям. Поэтому вы каждый можете посмотреть отзывы жителей, которые оставляют. Теперь будьте добры, презентацию по работе с порталом Добродел. Разрешите дополнить еще. Сегодня было утром совещание с правительством Московской области. Этот вопрос тоже на нем рассматривался. Два комментария. Первое по голосованию. Голосование будет проводиться только при подтвержденной записи единой системы идентификации и граждан. Соответственно, гражданин должен быть зарегистрирован на портале госуслуги. И это надо будет ввести, когда будет проводиться голосование. То есть имейте это в виду. Это сделано для того, чтобы не использовались технологии по накручиванию счетчиков. А второй момент. Голосование заканчивается 27 октября, а 30 мы уже должны будем выдать сверстанную программу. Соответственно, просьба всем главам поселений взять этот наличный контроль и организовать людей на подведение итогов уже и подготовку документов к 30 числу. 30 число – это понедельник. Соответственно, придется поработать, видимо, в выходные. Спасибо. Спасибо. Продолжайте. Следующий слайд, будьте добры. На прошедшей неделе поступило в систему 1925 проблем, из них повторных, то бишь некачественно исполненных, 573 и просроченных 113. Следующий слайд, будьте добры. Количество поступивших проблем, как и в прошлый раз, сделали по относительному весу в общем количестве проблем. Но динамика, как и в прошлый раз отмечали, то, что больше всего проблемы заявители пишут, это по городу Одинцово. Дальше у нас получается, если 60% это ГП Одинцово, то дальше уже 5, 4, 3 и так далее. Лесной городок, Жаворон, ну, здесь в таблице это видно. Лидирует. Следующий слайд, будьте добры. Точно так же сделали топ самых популярных категорий по исполнителям в разрезе поселений. Дворы и территории общего пользования, наибольшее количество по абсолютному количеству проблем лидирует Одинцово, но дальше можно посмотреть, в каких поселениях жителей эта проблема волнует. Это Жаворонское поселение, Лесной городок, Голицыно и Большие Веземы. В зависимости от проблем, конечно, поселение меняется. Вот многоквартирные дома, в основном Одинцово лидирует из-за общего количества проблем, но в разрезе идет Никольское, Голицыно, Кубинка и Лесной городок. Соответственно, лидеры уже поменялись. Точно, ну, по автомобильным дорогам основное это идет в развитии дорожной транспортной инфраструктуры. Но жители недовольны дорогами в основном в Лесном городке, в Новоивановском и Голицыно. Основное количество проблем поступает. По электроснабжению основные вопросы у жителей возникают в Кубинке, в Жаворонке, Барвихинское и Ершовское поселение. Водоснабжение в многоквартирных домах волнует в Голицыно и в Больших Веземах. Это те вопросы, которые жители задают этих поселений. Следующий слайд, будьте добры. Топ проблем самых популярных под категории. Как и на прошлой неделе, лидером остается техническое и санитарное состояние подъездов. Дальше ямы и выбоины на дорогах и во дворах. Лидеры категории с прошлой недели не изменились, такие, как и были в предыдущий раз. Следующий слайд, будьте добры. Повторные проблемы – это как раз о том, о чем говорили ранее, это те некачественные ответы, которые жители получили и отметили данную проблему как неудовлетворенную. Но основная тройка лидеров – Одинцово, Лесной городок и Голицыно. Следующий слайд как раз по просроченным проблемам в разрезе поселений, те проблемы, которые были не решены в срок. Лидерами, как уже были названы, Никольское, Голицыно и Одинцово. Голицыно на сегодняшний день количество проблем просроченных уменьшилось на 3, но хорошо то, что коллеги готовятся к совещанию, но в статистику и в результат для
взаимодействия с жителями, эта проблема отмечена как нерешенная в срок. Прошу вас относиться к этому именно в тот установленный срок, 8 дней, когда необходимо решить данную проблему. У Кубинки количество проблем действительно просроченных уменьшилось, но есть еще к чему стремиться. Мы выделили на следующем слайде именно разобрать детально те проблемы, которые есть просроченные. Будьте добры, следующий слайд. По первым двум поселениям, по Никольскому, здесь именно в разрезе проблем. Основные проблемы, которые пишут жители, посмотрели в разрезе, это... Секунду. Да. Я так понимаю, не всем видно экран, да? Можно его подвинуть поближе? Потому что очень мелкий шрифт, и не видно ничего. Прям вплотную к столам. Основные проблемы, вот то, что я смотрю, 4 на первом слайде, это размещение мусорных контейнеров и вывоз бытовых отходов. Просто хотелось бы услышать у поселения, насколько данная проблема тяжело решаема в данный срок, 8 дней. Почему необходимо дополнительное время и какие сложности возникают? Точно так же очень много проблем, созданных с неисправностью кровли и системой водоотведения по данному поселению. Вы предлагаете сейчас отвечать на вопрос? Нет, мы просто рассматриваем, насколько проблемы были тяжелые для решения в этот период времени, или они действительно требуют дополнительного времени, или это возникло за счет из-за халатности. Ну хорошо, давайте сразу вставлять тогда содоклады. Угу. Пожалуйста, Никольская, вот ваши все проблемы, вернее, основная группа. Андрей Робертович, уважаемые коллеги, эти все проблемы связаны практически с управляющей организацией. Мы постоянно при получении писем направляем уведомления о том, что необходимо выполнить те или другие работы, но проблема с вывозом крупногабаритного мусора вот по настоящее время вообще никак не решается, и никаких ответов от управляющей организации и от теплосети не поступает. Михаил Владимирович, быстро комментируйте тогда. По крупногабаритному мусору была такая проблема. На этой неделе мы приобрели дробилку для крупногабаритного мусора. Сейчас начали эти завалы разгребать. Ответственность управляющей компании? Управляющая компания и мусорная. Вот давайте прям коснемся конкретной ситуации. Добрый день. В поселке Катастрофа управляющая компания забирает мусор из контейнеров. Крупногабаритный мусор рядом с контейнерами не забирает совсем. Свалка растет, гниет, появилось невероятное количество мух. Просим решить данную проблему. Ни вы, ни Косик проблему не решили. Что делать? Кто должен ее решать и почему не сделано в срок? Проблема в том, что рядом со свалкой это как раз крупногабаритный мусор. Люди приносят там обломки мебели, строительного мусора. Соответственно, этот крупногабаритный мусор, повторюсь, мы сейчас его начали вывозить целенаправленно. И это вопрос был технический, связанный с тем, что у нас не было возможности возить его на полигон. Ну, то есть это ваша просрочка? Нет, просрочка по жалобе, если... Пришла жалоба в поселение, расписали на поселение. Зона ответственности получается, что ваша. Вы дробилку покупаете. Поселение в просрочке, так? Получается так. Так, с этим разобрались. Значит, вы накосячили и ваша управляющая компания, Одинцовская теплосеть. Дальше. Еще какие проблемы? Еще проблемы, связанные с ремонтом межпанельных швов. Но это тоже касается управляющей организации. Есть несколько повторных обращений от одних и тех же лиц. Это 34-й дом. Там компания выполняла ремонт. 3 этажа сделали нормально, а потом сменился субподрядчик и
старший по дому не подписал документы, потому что они просто залепили сверху. Нет, это все сопли, это нам не интересно. Кто не справился, кто должен был решить проблему? И куда вы обращались? Ну, тоже направляли в управляющую организацию. С Каратаевым взаимодействовали? У вас же просрочка, вы же смотрите, у вас в доброделе просрочка, вы не справляетесь. Вам отвечать нечем, жителям. Значит, нужно, и вы понимаете, что ответственность не ваша. Вы должны были позвонить Каратаеву, сказать, теплосеть сбоит, у меня просрочка скоро появится. Почему вы отсиживаетесь-то там? Вы не работаете в системе добродел? Не понимаете, работаю, о чем мы говорим? И мы не вы в прошлую планерку тоже сидели, тоже вас чехвостили здесь по красным зонам. За неделю они у вас увеличились. Где изменения в работе? Где мне смс-ка о том, что не справляется управляющая компания или Каратаев, вас не поддерживает? Вопрос сейчас про отношение к доброделу и к внутренней дисциплине. Вот еще одна жалоба. Контейнер с мусором находится впритык забора детского сада. Грызуны являются переносчиками инфекции. Имеют доступ к площадкам и игрушкам, где находятся дети. Нужен срочный перенос мусорных контейнеров в другое место, где не будут страдать дети. Дети находятся в зоне риска, постоянно болеют. Поселок Старый Городок, улица Октября, дом 31. Здесь что? Это та же самая проблема. Бытовой мусор вывозится, а крупногабаритный накапливается. Люди вас просят перенести контейнерную площадку. Вы не отвечаете. Расстановка контейнерных площадок определяется планами двора. Планы дворов утверждает местная администрация. Где реакция на жалобу? Не знаю, куда ее переносить. Но эта площадка там уже лет 20 стоит, и никогда проблем не было, вот пока не стали проблемы с вывозом крупногабаритного мусора. Но здесь не про крупногабаритный, здесь в принципе площадка прижата к детскому саду. И грызуны, о которых пишут здесь, это ТБО, а не строительный материал. Грызуны у нас не едят бетон и деревянные панели. Очень много по вашему поселению неисправность кровли, системы водоотведения по санаторию Герцена. Дальше что еще по общим проблемам Никольского? Ну, основные вы озвучили. Это как раз про кровлю и про вывоз мусора. Те основные проблемы, которые делают львиную часть именно просрочек. Вот из того, что я здесь пролистал, это в основном контейнерные площадки, мусор, кровли, которые текут, трещины в домах. Новый городок, старый городок, поселок Герцена. Проблемы плюс-минус одинаковые. Как вы с кровлями работаете? Что вы делаете, когда приходит такое обращение от жителей? Судя по просрочкам, я так понимаю, вы их просто игнорите? Никак не отвечаете? Нет, мы тоже направляем в управляющую организацию, но от них ответа не получаем. Они сказали, вы можете писать хоть 1000 писем, мы отвечать не будем. Вот. Они это кто? Ну, это Грошич, вот, который... Кто? Грошич. Вы говорите про теплосеть? Да. А Грошич это кто? Сотрудник? Он начальник вот нашего куста. Ну, смотрите, если душой болеть за дело и за жителей, то вы не Грошичу звоните, а Бессонову. Бессонов, как вы говорите, так сказать, вас отправляют в неудобное место. Вы тогда звоните Каратаеву. Каратаев не дает результата, тогда вы ходите на меня. Мы это неоднократно с вами обсуждали, когда ходили вместе по территории нового городка с жителями старого городка. Получается, что вы не заинтересованы в решении проблемы.
то ли вы не понимаете, что будет ответственность за это, то ли в целом перегорели, не хотите работать. Я так понимаю, что ваш глава сегодня на совещании где-то в Министерстве обороны, да, я так понимаю? В департаменте имущественных отношений. Прям в это же время совещание? В 14:30. Понятно, хорошо. Мы свяжемся с главой поселения, я лично переговорю. По результатам работы вашей на территории и по качеству ответов в системе Добродел, первое, что мы сделаем, мы вам объявим выговор. Дальше будет неполное служебное соответствие, а потом увольнение. Это будет касаться всех руководителей администрации, которые краснеют в системе. Начнем с вас. Дальше, следующее поселение. Следующее поселение Голицыно. Основные проблемы, которые есть у них в просрочках, это неудовлетворительная работа системы центрального отопления. Основная часть по этому. И также неисправность кровли и систем водоотвода. Но как... Что касается кровли, я так понимаю, это наша проблема по Бутынь. Да. Это военный городок. Две просрочки на сегодняшний момент мы доложили. По поводу советской 52/9 мы фондом капитального ремонта на 18-й год ремонт. И управляющая компания Новиков сегодня мне подтвердил, что они купили гидроизол, и они сегодня же начнут ремонтные работы, которые нам помогут нам, скажем, эту зиму пережить. А с фондом капитального ремонта мы выходим на 18-й год. Это что касается советской 52. А по Бутыни, Андрей Ильич, у нас два слова, там кровля управляющей компании в курсе. Они отказываются от ремонта кровли, потому что боятся обрушения. Там один только, то есть паспортов нет, там один вопрос переселения. Если мы сами будем переселять, это, я не знаю, может быть, тоже платить будет. То есть мы нам должны помочь. Давайте выходите к нам с понятным проектом того, что мы делаем. Не вбрасывайте вот так вот на общее обсуждение. Давайте подискутируем. Конкретное решение. Если переселяем, только нужно оцифровать, сколько, куда и какие есть у нас дома на выходе в ближайшее время, с кем мы можем эту программу обсудить. Если не переселяем, ремонтируем, тогда нужно жителям объяснить, что такое фонд компремонт, когда он сработает, в каком году, и это уже будет являться ответом. У вас тогда не будет просрочки. Да, это может не устроить, но это немножко другой же разговор. Если мы включаем этот дом, допустим, в программу капремонта, тогда это уже конкретные действия. Если не успеем и дом развалится, значит, надо опять же садиться с Михаилом Владимировичем, определять режим аварийности дома и смотреть программу по переселению. Но что-то нужно делать. У вас у многих манеры под коврик, чтобы эта проблемка как-то рассосалась сама собой. Вместе с Доброделом, очевидно. Но это не рассосется. Значит, ждем от вас программу переселения. Вы должны прийти и сказать, вот мы видим вот этот объект, вот здесь, вот тут на выходе, с застройщиком переговорить. У нас какой-то там фонд небольшой есть по инвестконтрактам, но небольшой, сразу скажу. Мы можем им манипулировать в данном случае, как мы помогали Кубинке в этом году с бараками, где люди уже бы в ужасных условиях жили. Голицыно, да, мы с вами сколько квартир... Да, по вашему поселению и по Кубинке мы за последние два года приличный сделали прорыв в переселении. Значит, и здесь нужно к этому идти. Тогда эту программу людям надо озвучить. Делаем конкретные вещи, обсуждаем переселение в конкретные сроки. Андрей Ильич, мне тогда эту программу подготовили Каратаеву, начать с Каратаева или сразу к вам? Вы подготовьте программу, в которой мне не нужно уже будет дискутировать. Мне нужно будет сказать, да, окей, запускаем, и сильно напрячься, что называется. Найти финансовые источники, поговорить с инвестором, который нам сдает какие-то дома. Все, нужен оцифрованный продукт. Вы сдвиньте с мертвой точки эту проблему.
Вот. В целом, по Татьяне Николаевне, вы доброделом же занимаетесь? Регулярно или только по средам, когда надо ехать на планерку? Регулярно. Вы тогда регулярно давайте информацию Александру Николаевичу, чтобы он тоже был погружен во все проблемы и вовремя вам давал хорошего, так сказать, ускорения. Мы каждую среду собираемся и видим, что во вторник вы пытаетесь подтянуть добродел. Но просрочка-то у вас появилась раньше. Ее отсекают на там, пятницу или на субботу каждую неделю. Все, вы уже в просрочке, вы нас уже сильно подвели. И, безусловно, это раздражает жителей, потому что вы дискредитируете саму систему. Обращаются, ответа не получают или получают отписки в последний день. Этого не должно быть, Татьяна Николаевна. Вы старый опытный чиновник, должны знать, как работает система. Старый в смысле по количеству проведенных лет на госслужбе, а не по возрасту. Спасибо, присаживайтесь. Дальше следующее поселение. Это именно те поселения, которые два самых верхних антилидера, которых мы отметили, то, что вы озвучили из своей речи, Заречье, всего 6 поступивших обращений, 3 из них просрочены. Да, вот в связи у меня просьба в следующих презентациях, во-первых, крупнее шрифт, чтобы все видели, также, чтобы это было видно с телеэкранов нашим жителям. Введите процент от общего количества жалоб, сколько идет в просрочку и сколько в повторную, потому что это важно. Если у нас всего 6, то 3 из них просрочки, это 50%. А у кого-то 3 из 1000, как в Одинцово, то это будет уже статистической погрешностью. Юрий Дмитриевич, ну как вы-то докатились до этого? Что такого архисложного в вашем поселении, где вы не можете найти общий язык с жителями и дать конкретный ответ? Или вы не занимаетесь добродетелем? Уважаемый Андрей Робертович, да. Уважаемые коллеги, значит, мы стараемся не доводить до добродела, до портала, поэтому многие проблемы жители решают, приходя непосредственно на прием, и темы мы закрываем, не выводя их в систему интернет. Те вопросы, которые у нас поступили, те заявления, они все отработаны, и просрочки случились чисто, я бы сказал, может быть, и не технически, потому что сотрудник, который отвечает именно за освещение на портале, он в это время болел, вот, но те вещи, которые просрочены, все отработаны. Я хочу обратить внимание на качество подаваемых заявок, потому что одна из заявок – это, например, менее 2 провайдеров в доме в системе интернет. То есть дом новый, он только сдался в эксплуатацию. Компания работает над тем, чтобы увеличить количество провайдеров. Но товарищ, необходимо уже здесь и сейчас не менее 5 провайдеров, которые должны заявиться, и он должен выбирать. Ну, я не жалуюсь никоим образом, эта тема, если она должна быть исправлена, она исправлена будет. Компания этим занимается, просто я говорю, вовремя это все не закрыли. Неубранный автомобиль, вот возле гаражей мы его также убрали. Одним словом, все, в принципе, просрочки закрыты, кроме одной, там вопрос комиссии по стояку горячей воды, где вода не той температуры поступает в системе горячего водоснабжения. И еще одна просрочка, это назначена комиссия с замером шума, жалоба жителя на шум лифта, который ходит. Поэтому комиссия назначена, она отработала, вот, лифтовое хозяйство будет поправлено, там действительно была неисправность. Но вот именно в силу несвоевременности закрытия, я хочу сказать, что проблемы закрыты, а вот технически это виноват, Андрей Рапитович. Будем работать административно более слаженно. Да, Юрий Ильич, ну, во-первых, нас слышит весь Одинцовский район. Понятно, да, что история про исполнителя, который где-то заболел или что-то не сделал, никому не интересна. Ну, проблема-то закрывается. Ну, так вот вы ее закройте вовремя, ответьте. Хорошо. Людям, которые обращаются. Хорошо. Заболел исполнитель, сами отвечайте. Я вам сижу в своем инстаграме, до 3 ночи отвечаю все. Вряд ли вы этим занимаетесь, а я нахожу время. Уж с 3 просрочками можно было разобраться.
Надеюсь, что в будущем этого не будет. Но по Заречью точно. У вас нет военно-городков, у вас благополучное поселение и все вопросы текущие. Мало того, вас еще знают там в глаза все. Вы с каждым жителем в шаговой доступности можете пообщаться и найти общий язык и закрыть проблему. Из того, что вот я здесь прочитал, нерешаемых проблем нет. Вообще никакой катастрофы. Там машина, здесь интернет-связь. Ерунда. По системе Добродел мы прошли, коллеги. Каждую среду будем выносить. Не хочу сотый раз вам повторять, что система будет на контроле. Она была, есть и будет. И в жесткой форме сейчас, к сожалению, придется применять меры воздействия к вашим исполнителям, руководителям администрации, если будут красные зоны. Подчеркну, что проблемы, которые сложные, системные, требующие другого уровня решения, вам в красную зону не попадут. Это военные городки и все эти тяжелые истории, которые накопились в районе за несколько десятилетий. Мы ими будем заниматься, но ответственность будет между нами с вами распределяться. Переходим к обсуждению второго вопроса повестки. Это спорт в Одинцовском районе. В августе месяце у нас появился новый заместитель руководителя администрации, который курирует вопросы спорта, Евгений Александрович Серегин. Было 2 месяца для того, чтобы погрузиться в существующее положение дел о том, что есть спорт в Одинцовском районе, как мы его развивали, какие есть проблемы, какое наполнение и что мы будем делать. Сегодня Евгений Александрович подготовил подробный доклад, прежде всего, о существующем положении, для того, чтобы выйти вместе с вами тесной плодотворной работе выйти ко второму этапу, к созданию концепции развития спорта на территории Одинцовского района. Хочу отметить важные вещи. У нас есть профессиональные команды, у нас есть известные на всю страну спортсмены, есть олимпийские чемпионы, действующие чемпионы, которыми мы гордимся. И, безусловно, мы всех, и команды, и всех спортсменов выдающихся будем поддерживать и дальше. Что называется, спорт высоких достижений. Это, конечно, очень важно, но приоритетом в нашей работе является развитие массового спорта. Чтобы у каждого жителя Одинцовского района был в шаговой доступности каток, хоккейная коробка, футбольное поле, ФОК, бассейн, площадка воркаута, на которой можно было бы заниматься. Причем муниципальные, естественно, объекты, которые не требуют каких-то серьезных денежных затрат для семьи. Другими словами, спорт должен прийти в каждую квартиру, в каждый дом, в каждый двор, ну и по итогам в каждое поселение. И, соответственно, в этой отрасли поселения должны развиваться тоже сбалансированно. А для каких-то крупных объектов возможно применить опыт межпоселенческих каких-то объектов. Ну, во-первых, содержание будет не такое большое на каждое поселение. И объектов зачастую можно расположить так, чтобы будет удобно нескольким поселениям ездить там 10-15 километров друг от друга. Евгений Александрович, именно это главная задача — создать условия для вот такого массового спорта на территории района. Здесь вам нужно плотно коммуницировать и с главами поселений, и с Михаилом Владимировичем Каратаевым в рамках программы благоустройства дворовых территорий, и, конечно, с областным министерством спорта. Вот именно в такой коммуникации, в такой плотной совместной работе вы сможете выстроить качественную спортивную инфраструктуру. По этому вопросу также будет судоклад у Юрия Дмитриевича Черниченко. Заречье у нас удачный пример строительства и поддержки такой инфраструктуры. Также хочу отметить поселение Ершовское, в котором тоже спорт на высшем уровне. Ну и, конечно, горки. Горки вторые. Прошу вас тогда с докладом. Дальше послушаем судокладчиков, и будут поручения
по второму этапу, где мы с вами разработаем конкретную концепцию развития. Прошу вас. Добрый день, Андрей Робертович. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые главы. Вашему вниманию представляется доклад о развитии физической культуры и спорта в Одинцовском муниципальном районе. На данный момент физическая культура и спорт выделены в отдельный блок, выведен из образования, и я расскажу о тех требованиях, которые к нему на данный момент предъявляют как к социальной сфере. Можно первый слайд? На первом слайде данные Министерства спорта, в котором отражается ситуация на данный момент. Уровень обеспеченности спортивными объектами. Если мы посмотрим по спортивным залам, у нас уровень 99%, плоскостные сооружения 95% и плавательные бассейны 130%. Информация эта собрана на основании тех данных, которые вы подаете. Сейчас вы будете подавать данные на 2017 год. Соответственно, по уровню и по количеству объектов в общей сложности 342. В них отражаются все наши и плоскостные, и ФОКи, и школьные залы, и частный сектор, фитнес-клубы. Но не на все эти объекты мы имеем влияние. Уровень загруженности и рейтинга, который мы показываем в Министерстве спорта на данный момент, это 118% по 2017 году, по третьему кварталу. Следующий слайд. В этом слайде отражены все объекты, которые мы отцифровали, отфотографировали и которые мы можем идентифицировать как объект для массового спорта, либо для спорта высших достижений. На данный момент у нас по общему количеству 5 бассейнов. Это только те бассейны, в которых занимаются наши дети на муниципальных программах, либо на программах спортивной подготовки. 12 ФОКов, 12 стадионов, 71 спортивный зал, 84 плоскостных и универсальных спортивных площадки. Самое большое количество спортивных объектов у нас, конечно же, в городе Одинцово. В общей сложности, да, как я сказал, 342 спортивных объекта. Остальные объекты мы там покажем на следующих слайдах. Следующий слайд. На этом слайде отражены требования к спорту, по которым мы отчитываемся в министерстве. Наш Одинцовский район входит в пилотный проект, в который также входят два наших самых больших учреждения. Это новый ФОК на улице Можайской 609 и спортивно-зрелищный комплекс «Ледовый дворец» и волейбольный центр, который вы прекрасно знаете. В рейтинге 50 у нас основной показатель – это загруженность спортивных объектов. Это обязательные требования. Вторые требования мы сейчас проходим на уровне пилотного объекта, но они будут включены в показатель 2018 года. Это платные услуги. Каждое учреждение, каждая спортшкола должна иметь четкий прайс, либо оценку своего имущества, на котором оно оказывает платные услуги. То есть доля бюджетного финансирования 50% и 50% внебюджетный доход. Это идеальная модель, к которой надо стремиться. Менеджмент. Каждая спортшкола и каждый объект спорта оценивается по уровню руководителя. Уровень руководителя проходит собеседование в Министерстве спорта, назначается через ходатайство главы района, проходит там определенные тесты, и после этого он будет утверждаться уже либо на директора спортшколы, либо на руководителя спортивного объекта. Также процент молодых специалистов, насколько спортивный блок соответствует новым веяниям и новым тенденциям. Типовые штатные расписания. Я думаю, с этим многие столкнулись и по другим блокам. Соответствие единому стандарту должно быть определенное информационное поле, то есть это оснащение фойе,
интернет-ресурсы, ну и там доступная информация. Обязательно в спортивных объектах должен присутствовать, именно к спортивным объектам, программа «Добрый час», о чем говорил губернатор, то есть один час в неделю люди должны приходить и на бесплатной основе заниматься спортом. Обязательно доступная среда, без этого никакой современный объект не сдастся. Понятно, старым объектом уже давно эксплуатируемым, ну, достаточно финансово емко осуществлять, но эти требования едины ко всем, и их надо выполнять. Энергоэффективность. Все объекты должны иметь программу энергоэффективности, лампы, энергосберегающие технологии и так далее. Седьмой пункт. Желательно, да, не у всех это возможно, но развести на разные юрлица, либо развести два блока. Это спортивная подготовка, именно осуществление тренировочного процесса и эксплуатация спортивного объекта. То есть у спортивного учреждения должен быть отдельно директор, у спортивной школы тоже также должен быть отдельный директор, чтобы эти функции не были объединены в одном лице, потому что не всегда удачно можно и развивать спорт, и также заниматься успешной эксплуатацией объекта, да, и выполнять те пункты, которые были показаны ранее. Следующий слайд, пожалуйста. Требования к спортивным школам и к полномочиям, которые осуществляет район, либо муниципалитет. На данный момент четкие задачи поставлены перед спортивными школами, которых не было ранее. Спортивная школа обязана предоставлять занимающимся спортивную инфраструктуру, обеспечивать инвентарем, финансировать как выезды, так и участие в мероприятиях. И самое главное, подготовка спортивного резерва. За это будет спрашиваться именно с директора школы. Он обязан на уровне министерства подтвердить результат, да, то есть целесообразность выделения денег и целесообразность финансирования, потому что финансирование на спортивную школу должно быть увеличено не так, как было ранее, да, то есть если раньше это по возможности, то сейчас это обязанность спортивной школы. Их должно быть пусть меньше, но они должны быть качественно оснащены. По этому показателю, именно по спортшколам, определяется уровень и статус района. В зачет берутся только соревнования либо областного уровня, либо уровня Российской Федерации. То есть в зачет не идут соревнования межрайонные, поселенческие, да, только уровень областной. Задачи поселений, среднеобразовательных школ и также к секционной работе и кружковой. Сельские поселения и школы обязаны заниматься кружковой работой, они не попадают под требования спортивной школы, не должна быть такая инфраструктура, но массовый спорт должен развиваться, должна быть электронная запись, то есть информативность, доступность объектов спорта и увеличение, самое главное, и прирост количества занимающихся, да, то есть дети после школы идут заниматься в организованные секции, в организованные кружки. Тем самым мы развиваем массовый спорт. За этот показатель мы тоже отчитываемся, но он в рейтинг пока тоже не входит. Следующий слайд. Локации спортивных объектов в Одинцовском районе. Здесь отражены спортивные объекты, которые у нас именно попадают по классификатору как отдельное строение. На данный момент звездочками обозначены те объекты, которые у нас проходят как соответствующий стандарт. Да, в Ершовском еще ФОК не сдан, да, но по своему качеству, да, по своему наполнению он, безусловно, будет попадать. Да, вот три объекта, находящиеся в Одинцовском районе, ледовый, волейбольный и новый спортивный комплекс, они рейтингуются, и они считаются высококачественными, специализированными на объектами. Следующий слайд. Сейчас подробно посмотрим просто по этим объектам. Объект, соответствующий стандартам. Это вот новый ФОК,
Он исключительно под волейбол, другие виды спорта в нем не культивируются. Конечно, можно проводить массовые какие-то мероприятия, но в футбол там играть нельзя из-за покрытия, в баскетбол тоже. Ну и какие-то там, может быть, можно в другие играть, но он исключительно полностью загружен спортивной школой, либо школой образовательной, которая занимается там как на уроках физкультуры. Да? Следующий слайд. Бассейн, который находится при этой школе. В этом бассейне занимается наша школа плавания, у которой есть там определенные результаты, она достаточно неплохо котируется. Ну, у бассейна есть также некие, да, ограничения, но он исключительно под спорт. Это как раз именно специализированный объект, а не объект общего пользования. Следующий слайд. Волейбольный центр. Следующий слайд. Ледовый дворец. В ледовом дворце в этом году мы запустили еще 4 раздевалки, что увеличило его проходную способность. Это также, да, специализированный дворец, где у нас занимается полноценная школа фигурного катания и школа хоккея. Следующий слайд. Это новый плоскостной объект спорта. Он, конечно, не специализированный. Он именно для массового спорта. Он еще в эксплуатацию не введен, но будет... Он правильно расположен в центре города, много видов спорта на нем можно. То есть люди могут общедоступно заниматься разными видами спорта в свободное время и удовлетворить все свои потребности. Следующий слайд. Универсальные площадки Ершова. Следующий слайд. ФОК Ершова. Достаточно хороший зал для единоборств, для боевых искусств. И универсальный зал. Почему универсальный именно, а не спортивная подготовка? Здесь можно играть в футбол, в волейбол, в баскетбол. Это как раз этим и отличает, да, что можно заниматься другими видами спорта, а не только одним, как, вот, допустим, в специализированном ФОКе. Следующий слайд. Тоже Ершова. Следующий слайд. Это объекты спорта, которые у нас классифицируются как объекты спорта, но не являются, ну, по сути, если рассмотреть, невозможно на них качественно организовывать тренировочный процесс. И, конечно же, ни о каких там платных услугах, о каких мы говорим, мы тоже ничего здесь не оказать не можем. Да? Объект старый, требует, я думаю, даже не реконструкции, а просто сноса, либо замены на более новый ФОК. Следующий слайд. Следующий. Это тот же ФОК. Следующий. Так, это ФОК Захарова, да, Хлюпина. Ангарного типа. Тоже не соответствует современным требованиям, но к нему, у него очень хороший руководитель, очень бережно к нему относится. Он, конечно, очень сильно выручает местное население, потому что у людей, конечно, нет альтернативы. Его поддерживают в чистоте. Там занимается наша школа «Орион». У них хорошие по тхэквондо результаты, хорошие результаты по пулевой стрельбе. Да, по стендовой стрельбе. Ну, безусловно, там директор радеет за это дело. Вот так вот, если человеку попадется такой ФОК в управление, хороший, современный, безусловно, сделать из него конфетку, потому что там все вот вылизывается. Но это вот как пример, да. Следующий слайд. Футбольное поле в Жаворонках, которое по минимальному стандарту очень нас выручает. Вся наша спортшкола играет на этом поле, все соревнования на нем проходят. Но есть минус, да, нет раздевалок с требованиями для судей, помыться, ну, просто элементарно с удобствами, да, и низкое сезонное использование, потому что он без подогрева. Также без раздевалок зимой играть сложно. И, конечно, такие поля требуют высокой эксплуатации и высокого финансового обеспечения. Следующий слайд. Ершова, новый стадион. Горки 2. Да, ой, да, прошу прощения. Да, Горки 2. Новый стадион. Хороший, большой. С раздевалками, современной. С подземной парковкой, да. Ну, также, да, то есть без подогрева,
сложно эксплуатировать зимой, да, потому что надо убирать, чистить, тем более, если прошел дождь, снег, все подмерзает, и все, и как бы на нем невозможно играть, и он не функционирует. Следующий слайд. Это наши поля в городе Одинцово, на которых занимается наша футбольная школа. Улица Вокзальная, искусственное поле на гаражах, неудобный подъезд, две раздевалки, что да, не соответствует там и санитарным нормам, и требованиям не соответствует, но вариантов нет. Также не эксплуатируется зимой, поскольку нельзя на крышу выгнать технику. Есть протечки на гаражи, жалобы, рядом находятся окна жителей, буквально и кладбище в 10 метрах. То есть постоянно какие-то конфликты либо с местным населением, либо там, ну, с окружающими. Поэтому, конечно, там ночью свистят, жгут свет, мешают. Ну, то есть, конечно, для спортивной школы это не подходит, это исключительно придворовая территория. Да? Но он у нас вот центральный, на нем проходят все наши чемпионаты. Следующий слайд. Это стадион Вакулова, натуральное поле. Понятно, что низкая эксплуатация, постоянно уход за травой. То же самое на нем занимается наша школа. Ну, то есть, если такая необходимость возникает, но низкая сезонная использованность. Следующий слайд. Одинцово. Улица Солнечная, да, хороший стадион, ну, я имею в виду хорошая база, да, вот, чтобы создать стадион наподобие Ершова. Есть и хоккейная площадка, есть универсальная, есть турниковая зона, рядом расположены три школы, детский сад, то есть, вот, если из него сделать хороший спортивный парк, это будет, конечно, большое подспорье, да, и плюс это ликвидирует нашу потребность в спортивных площадках. Следующий слайд. Центральный стадион, который вошел в программу «Спорт Подмосковья», в этом году он будет, ой, в следующем году он будет реконструирован, современный, с подогревом, именно для спортивной подготовки, круглогодичного использования, с парковками, с беговыми дорожками, с воркаутом, с табло, с несколькими раздевалками, ну, то есть полностью под проведение чемпионатов со статусом там второй либо третьей лиги. Следующий слайд. Это бассейны. Наши бассейны, на которых наша школа осуществляет спортивную подготовку, бассейн в Старом Городке. Бассейн требует капитального ремонта, то есть больше о нем сказать не о чем, да, то есть потому что все кричат, сигналят, что нужно, да, нужно им срочно заняться, поскольку там и с водоподготовкой, и сложности. Видно, что вода зеленого цвета, и с плиткой, то есть он никаким стандартам не соответствует. Бассейн в Одинцово мы уже показывали, ну, говорю, это единственный бассейн, который отвечает требованиям, которые находятся, ну, на балансе у спортивной школы. Это непосредственно наше имущество, на базе которого мы осуществляем спорт. Следующий слайд. Следующий слайд. Барвиха, который также у нас проходит по классификатору как ФОК, да, ну, тут говорить не о чем, понятно, что здесь спортивная подготовка, либо какие-то там занятия осуществляться не могут, да. Горки 2. Это ФОК, который находится при школе, с тремя дорожками, с глубиной 1,2 и в самой высокой точке 0,5. То есть на данном ФОКе функционирует также наша спортивная школа, но, если честно, он не является бассейном для спортивной подготовки. Это исключительно пришкольный бассейн, если говорить, на котором хорошо осуществлять какую-нибудь секционную работу и работу с местным населением. Я просто уверен, что вот на базе этого бассейна это будет очень востребовано. Следующий слайд. Зал борьбы находится Одинцово-1. Это единственный наш зал, на котором сидит профильная школа единоборств. Зал старый, военный городок. В следующем году он планируется под снос. И, соответственно, сейчас будем искать альтернативу, куда переводить эту школу, где занимается 400 детей. Альтернативы просто на данный момент нет. Будем как-то выходить из положения, что-то придумывать.
Следующий слайд. Ключевые требования к спортивным объектам. Всесезонное использование, если мы говорим о спортивных школах, то она должна тренироваться 11 месяцев в году. Если мы говорим о придомовой территории, то, соответственно, ну, по погодным условиям. Объекты необходимо делить на универсальность и специализацию, то, что мы раньше показали. Да, специализация – это непосредственно полномочия района, это спортивная подготовка. Универсальные залы надо обсуждать и проговаривать уже там с поселениями, какие виды спорта мы на них развиваем и что мы предоставляем местному населению. Использование антивандальных материалов. Допустим, мы с этим в Горках Вторых столкнулись. Хороший стадион, фасад выполнен из плитки, и во время попадания мяча плитка разбивается. Там Надежда Егоровна там заделывает, сейчас сделали сетки. Еще что-то придумывают. Ну, то есть в процессе эксплуатации, конечно, все это доделывается и дорабатывается, но на стадии проектирования это можно было исключить, поскольку это достаточно, ну, дорогостоящие вещи и проблема постоянно. Там плитку найти, сетку найти, какие-то материалы, очень сложно. И закрепление объектов за эксплуатирующими учреждениями. Есть поселение, где четко понятен функционал, за кем это закреплено. Вот сложности на следующем слайде увидим, допустим, есть у Одинцова самое большое количество спортивных объектов, когда была эксплуатирующая организация, непосредственно занимающаяся спортивными объектами, то, вот, кстати, улица Чикина, да, и рядом, как пример, Ершова, и, как пример, Барвиха. То есть качественные коробки. Ну, в Ершове она вообще новая, в Барвихе хорошая, тоже качественная очень коробка. И в чем проблема? Да? Когда было учреждение, которое занималось именно спортивными объектами, то люди объезжали, смотрели. Когда сейчас это все передали в благоустройство, люди просто не успевают это делать. Не успевают, ресурса не хватает. И объекты, ну, их, безусловно, по сигналу делают, но пока дойдет сигнал, либо пока люди обратят внимание, он может просто развалиться. Да? Примеры футбольных полей. Жаворонки Ершова, Горки 2. Жаворонки. Есть одно хорошее футбольное поле. Здесь пример не приведен не к тому, что плохая эксплуатация. Это как раз к тому, что есть хороший большой участок, на котором можно сделать хороший качественный стадион. Но понятно, что если его расположить в Ликино, там сделать дорогостоящее искусственное поле, мы его не загрузим. У нас будут вопросы у Минспорта, когда мы будем показывать, для чего мы это делаем, да, то есть у нас там школы нет, спортивной какой-то, да, то есть по загруженности, по плотности населения, да, мы не сможем это аргументировать. Соответственно, вот при строительстве здесь надо просто, если мы до этого дойдем, да, надо просто вдумчиво подойти, какие площадки расположить. Допустим, 30 на 60 искусственное поле, может быть, небольшую коробку, воркаут, тем более там рядом находится школа, и стадион будет, ну, востребован. Следующий слайд. Примеры крытых объектов спорта. Ну, вы уже видели и Кубинку, и новый ФОК, также ФОК в Ершово. И ФОК в Горках Вторых. Вот ФОК, данное посещение, данная съемка была сделана на момент начала сентября. ФОК не был готов к открытию. Он находится у спортивной школы в управлении. Это как раз о тех требованиях, которые Минспорт предъявляет, да, что эксплуатация должна быть в одних руках, управление спортом именно в других. Да. То есть это исключительно стадион, находящийся при школе. Он полностью может закрыть потребности секций и местного населения и также сдавать в аренду каким-нибудь командам, которые могут приходить и вечером за деньги играть в футбол, либо заниматься баскетболом. Следующий слайд, пожалуйста. Потребность в спортивной инфраструктуре. Звездочками выделены наиболее
звездочками выделены те точки, где наиболее требуются спортивные объекты. То есть по принципу строительства спортивного объекта, как я сказал, надо ориентироваться либо на специализированный объект, если мы можем туда посадить школу и полностью загрузить, либо межпоселенческие спортивные комплексы. Допустим, когда я посещал Голицыно, Захарова и Большие Вязёмы, там есть земельные участки в Больших Вязёмах и в Голицыно, где можно поставить ФОК. Если мы, безусловно, поставим ФОК в каждом поселении, то это будет большая финансовая нагрузка и последующая большая финансовая нагрузка в эксплуатации. Поэтому нужно делать именно ФОКи межпоселенческие, которые будут на несколько поселений, проговорить с главами какую-то программу, либо детализацию, кто там будет заниматься, и вот по этому принципу подходить к строительству ФОКа. На следующий год мы ремонтируем 3 спортивных объекта. Это новый городок по программе губернатора, старый городок, который проблема у нас давно уже висит, там большая футбольная школа у нас, но нету поля, и центральные стадионы Одинцова. Также в программу у нас вошли 2 площадки хоккейные, это в Кубинке и в Больших Вязёмах. Мы также заявили лесной городок. Но Минспорт просил, чтобы лесной городок заменили на Кубинку как наиболее востребованный по инфраструктуре и наименее оснащенный. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Это стадион в старом городке, о котором я говорил. Здесь будет футбольное поле, капитальный ремонт трибун, беговые дорожки, освещение. Ну, то есть все требования, которые нужны современному стадиону. Следующий слайд. То есть там видно, что поля нет. Следующий слайд. Стадион в новом городке, который мы будем реконструировать по программе ЖКХ, военные городки. Ну, то есть такой же будет примерно комплекс, как в Ершово. Следующий слайд. Это хоккейные коробки по программе губернатора. Хоккейная коробка, 2 раздевалки, трибуны. Общая стоимость одной площадки 9,6 миллионов рублей. Следующий слайд. Это хоккейная коробка в Больших Вязёмах. То есть песок старая, уже, ну, понятно, не соответствует каким требованиям. Вот 2 площадки, которые нам подтвердили в Минспорте на реконструкцию в следующем году. Следующий слайд. На этом слайде отражены частные клубы, фитнес-клубы и фитнес-залы. Это просто для примера, с какими учреждениями и с каким качеством предоставленных услуг, да, мы либо конкурируем, да, либо оказываем, на каком качестве спортивных объектов оказываем услуги. Безусловно, люди, у кого есть там платежеспособность, они, наверное, ходят сюда и не идут в нашу школу, хотя, наверное, там для их и бюджета, и для развития школы, либо секция, либо поселковая, либо наша районная, безусловно, окажет более качественную услугу. Следующий. Именно по тренировочному процессу, я говорю. Бассейны, видно, что, да, там хорошие, чистые, качественные бассейны. Следующий слайд. Сводная таблица по спортивным школам, которые находятся у нас в районе. В общей сложности у нас 10 спортивных школ. 478 миллионов мы выделяем на них финансирование. По второй колонке видно, сколько, ну, по первой колонке, сколько детей занимается в этих школах, по второй колонке, какое количество видов спорта в этих спортивных школах у нас развивается. Есть требования Минспорта, что примерно не более 700 детей и не более 4-5 видов спорта должно развиваться в одной спортивной школе, чтобы было комфортно и они были управляемыми. Мы видим в пункте номер 4 и, допустим, номер 9, что в спортивной школе 16 и 13 видов спорта. Конечно, не можем. Директору школы сложно управлять таким количеством видов спорта, тем более не все профильные для директора, разбросаны по всем поселениям. Безусловно, он не все может отмониторить, не все может объехать, и из-за этого низкая управляемость. Следующий слайд.
это виды спорта, которые у нас развиваются, и количество занимающихся в них детей. То есть видно, что, допустим, футбол – самый массовый вид спорта, но на презентации сложно понять, на какой базе все эти дети осуществляют спортивную подготовку. То есть по волейболу мы видим, что есть волейбольный дворец и есть волейбольный ФОК, где как раз сидит с регалиями очень качественная там волейбольная школа, которая дает учеников и в сборной Московской области, и в сборную России, и также являются и призерами спартакиады России, да, что дает нам некий большой рейтинг. По футболу у нас футбол у нас культивируется, по-моему, в 8 спортивных школах, что неправильно. Да, в Минспорте как раз удивляются, говорят, как вы можете этими отделениями выступать в чемпионате. Да? То есть на данный момент мы будем по профилю сводить спортшколы, чтобы там футбол концентрировался там в двух школах. Чтобы он был управляем, чтобы был понятен ресурс, и мы могли четко понимать, да, за какие результаты мы будем спрашивать с директоров. Да. Вот в общей сложности 9305 человек у нас занимаются на базе наших спортивных школ. Есть такие у нас экзотические, как маунтинбайк, это велоспорт. То есть вот на оснащение школы маунтинбайка по новым требованиям, да, при учете того, что один велосипед стоит от 500 до 1 000 000 рублей, да, понятно, что мы там в рамках района, нам будет сложно сделать качественный продукт из этого вида спорта. Следующий слайд, пожалуйста. Секционная работа в поселениях собрана на основании той информации, которая была предоставлена вами. Мы ее на основании ваших муниципальных программ. В общей сложности занимается 2023 ребенка. Это как раз говорит о том, да, что принцип, да, от массовости к мастерству, он немножко нарушен. То есть по новому положению массовости должно быть больше. У нас, получается, все высококачественные спортсмены, но практически нет никого на уровне секционной работы. Ну, это явный перекос в системе. Следующий слайд. На основании изложенного краткие выводы. У нас существует нехватка специализированных объектов спорта для развития именно профессионального спорта высших достижений. Раздутое количество отделений спорта, именно которые не соответствуют современным стандартам. Отсутствуют учреждения, эффективно обслуживающие спортивные сооружения. Не у всех, да, но четкого понимания, четкой концепции не везде присутствует. Отсутствие единой концепции по развитию массового спорта, недостаток оснащенности спортивных объектов, отсутствие спортивных школ. Точнее, у нас спортивные школы занимаются на базе общеобразовательной школы, общеобразовательных залов, что быть не должно. И при нынешней системе отсутствие необходимого объема финансирования деятельности спортивных школ. Следующий слайд. Пути решения и задачи, коллеги, которые мы должны с вами решить, да, и с какой просьбой я бы хотел к вам обратиться, да, и повзаимодействовать. У кого-то в сельских поселениях есть люди, четко отвечающие за спорт, а у кого-то люди ведут разные блоки. Я понимаю, что у всех разные возможности, но хотелось бы, да, четко понимать, чтобы они четко понимали, и вы назначили понятного человека, с которого мы можем спрашивать и взаимодействовать на этой теме. Он будет досконально разбираться именно в спортивных вопросах, поскольку, как я уже сказал, с нас сейчас спрашивают конкретные показатели и конкретные цифры по спортивному блоку. Назначить ответственного человека, предложить варианты развития, ну, совместно с вами секционного и кружкового спорта. Будет ли это на платной основе, на основе муниципального задания, на основе взаимодействия с образованием, на базе тех
спортивных залов, которые есть в школах, да, потому что, еще раз скажу, по требованию спорта сейчас хотят четко разграничить плоскостные сооружения, отдать в благоустройство, поскольку люди, которые находятся в поле, как принято говорить, да, они видят, каждый день сталкиваются с этими площадками, они видят, что надо убрать, где надо почистить, где надо там подремонтировать, да, залы оставить за образованием, на их базе по принципу Москвы развивать непосредственно дополнительное образование либо на платной основе, либо там на основе муниципального задания, и объекты, которые касаются непосредственно профессионального спорта, вывести в отдельный блок и только за это отвечать. Но пока это все рейтингуется как единая спортивная база. Да? Вот мы должны этот вопрос проработать на основе того, у кого есть какие возможности, потому что дети из спортивных школ при подходе к новому стандарту они будут высвобождаться. И также обсудить план по ремонту, либо по развитию дополнительного строительства площадок, да, чтобы мы это делали вдумчиво, чтобы мы не портили и рейтинг не портили, и также учитывали пожелания местного населения с точки зрения их потребности. Следующий слайд. Корректировка расходов на спортивную подготовку в 2018 году. Да. Давайте к этому еще подойдем. Вопрос требует обсуждения и с главами, в том числе, и с нашим финансово-казначейским управлением. Мы с вами договорились, что этот вопрос, он чуть сдвинется уже в предметную дискуссию, потому что по каждой спортивной школе нужно давать более подробную информацию и по штатной структуре, и по количеству учеников. Пока со слайдами закончим, можете перелистывать. И спасибо за подробный доклад. Действительно, колоссальная работа вами проведена. Вы все объекты объехали, просмотрели, потрогали, что называется, руками. Теперь, я думаю, у всех есть полное понимание, что такое спорт в Одинцовском районе, так называемое существующее положение. Мы видим из доклада, что явный перекос в количествах видов спорта в наших спортивных школах. Мы видим, что спортивные школы не дают вот этого качественного показателя. Дети из этих школ не являются, в большинстве своем, не являются какими-то выдающимися спортсменами, потому что было в свое время, наверное, в переходный период, когда из образования забирали спорт в отдельный блок, была такая, так скажем, подмена понятий. То есть мы идем в спортшколу за высокими достижениями. На самом деле для нас это секция и дополнительное образование, по большому счету. И многие родители, отдавая детей в спортшколу, не ожидают получить оттуда профессионального футболиста, дзюдоиста или хоккеиста. Но хотят занять время детское, чтобы дети не болтались на улице, а занимались спортом и гармонично развивались. Видимо, пришло время называть школы, где выращивают спортсменов, школами, а там, где просто секция, секциями. И сейчас, Евгений Александрович, вам нужно будет как раз в этом разобраться и за месяц, давайте мы отфиксируем поручения и сроки, за месяц подготовить концепцию этого разделения, концепцию развития спорта, которая будет коррелироваться с нашей госпрограммой развития спорта на 3-5 лет в Одинцовском районе, куда попадут ваши предложения, согласованные с главами поселений и выработанные, даже не согласованные, а совместно выработанные по строительству тех или иных объектов, по приведению в порядок, если это капремонты. То, о чем мы говорили, межпоселенческие объекты или непосредственно или объекты, находящиеся уже в поселениях, но которые могут использовать другие команды, прописанные команды или родительные, которые живут по соседству. Дальше что вам нужно будет сделать? Я хочу, чтобы в кратчайшие сроки вы провели аттестацию сотрудников и тренерского состава, тех педагогов, которые работают в системе спорта. Вы должны понимать каждого, кто какую профессиональную пригодность имеет, допуски все,
медицинские справки, извиняюсь там за подробности, все, что должно быть в системе спорта отцифровано, оттестировано, все должно у нас пройти в кратчайшие сроки. Очень часто бывает, когда мы отдаем детей в спортивную школу, а ими занимаются даже не спортсмены. Я уж не говорю о каких-то спортсменах, которые имеют какие-то результаты. КМС, мастер спорта или какие-то медали, кубки и соревнования. Часто с этим сталкиваемся. Просто педагоги, так скажем, пытаются вырастить спортсменов. Или заниматься каким-то профессиональным спортом, сбивая детей в команды, и потом эти команды участвуют в соревнованиях. Отсюда все, собственно, проблемы по результативности. Поэтому жесткая аттестация, то, что мы проводим сейчас по поручению губернатора в системе образования, также нужно всех оцифровать. У каждого директора, у каждого тренера должно быть свое портфолио, достижения, профпригодности на сегодняшний день, результаты. То есть дети, которые в спортивных школах учатся у того или иного тренера, они должны показывать результаты. Это и есть основной, собственно, показатель. Если это кружки, там другие применим требования. Дальше. Что касается обслуживания. Согласен, что если это профессиональный спортсмен, то спортсмен должен заниматься философией, стратегией и самой физической подготовкой. Так же, как и в школах, у нас есть сложность, когда мы из директоров или из руководителей спортивных учреждений пытаемся сделать каких-то мегаэффективных хозяйственников. Здесь очень часто проблемы. Почему мы пошли в системе образования, когда убрали все хозяйство в отдельную структуру. Теперь этим занимается ХЭС, обслуживает. Каждый объект также оцифрован, есть там понятная база, плановые ремонтные работы, плановые профилактические работы и так далее. То есть люди, которые умеют крутить гайки, умеют это делать качественно и своевременно, и потом экстренно выезжать, если что-то случилось. Единые стандарты, единая закупка, экономия на каких-то материалах, которые необходимы в текущей эксплуатации. Поэтому здесь предлагаю вам ваши концепции рассмотреть единую структуру муниципальную, которая будет обслуживать все спортивные учреждения. Они у вас, безусловно, будут разбиваться на плоскостные и на фоки бассейны. Кстати, если мы говорим про новое строительство, взять бассейн или новый фок, это уже сложное оборудование, которое там устанавливается, и там нужны специализированные знания или специализированные подрядные организации. Здесь тоже уделите особое внимание. Что касается системы спортшколы и образования, также тогда совместно с Ольгой, с управлением образованием, да, с Ольгой Ивановной, четко проведите разграничение. Те бассейны, которые мы строим в школах, в садиках, те спортивные залы, которые могут использоваться в неурочное время, как доп. Кружки, доп. Образования, давайте так их развивать. Не надо навьючивать на школы, спортивные школы, так скажем, чтобы, тем более у нас увеличивается количество часов по физкультуре в школах по новым нормативам. И уж точно в ущерб образовательному процессу мы не должны насаживать никакие спортивные школы. Тем более, вот если посмотреть общую таблицу, у многих там по 16 видов спорта. Но, да, точно мы качественно в 16 видов спорта в рамках одной школы отмониторить и осуществить не сможем. Здесь тоже нужно разбираться. У вас там есть некое видение по тому количеству, которое должно быть. Это там 3-4 видов спорта, но не более, скорее всего. Евгений Александрович, также хочу, чтобы у нас система спорта вышла в совершенно понятный, прозрачный информационный, так скажем, поток для населения. У каждой школы, у каждого спортзала, секции должен быть свой сайт, своя страничка в социальных сетях. У
тренера должны быть тоже необходимые гаджеты для того, чтобы пользоваться и общаться, в том числе с родителями, переписываться, получать какую-то обратную связь, заботиться о каждом ребенке. То, что мы делаем, опять же, в системе образования. У каждого классного руководителя есть свой чат, в котором переписываются родители. И, соответственно, делают либо замечания, либо выступают с какими-то идеями, что улучшить и какая еще потребность нужна. У каждой спортшколы должна быть своя страница, свой сайт, где четко понятно состав педагогов, спортсменов, количество видов спорта, в какое время какие кружки, секции и так далее, и что делаем в выходной день. И какие бывают возможности для коммерческого использования, если это вечер, не занятый детьми, можно привлекать какие-то коммерческие, каких-то арендаторов или структуры, или команды, которые могли бы воспользоваться нашей инфраструктурой за дополнительную плату. Чем, собственно, помогут муниципальным властям и директору школы содержать зачастую сложный объект, требующий больших вложений. Я хочу еще раз отфиксировать, что на систему спорта в Одинцовском районе выделяемы 478 миллионов в год. Это большая сумма. Достаточно или недостаточно, вы нам ответите, я так понимаю, в течение месяца. Нужно еще дополнительное вливание в спорт, вот в текущее содержание, на штатную структуру и на, собственно, обслуживание объектов, или в чем-то нужно сокращать и от каких-то излишних расходов избавляться, а сэкономленные деньги пустить в строительство и создание новых объектов спорта. В течение месяца тогда прошу вас подготовить концепцию уже с, как раз вот с выкладками и финансовым характером. Вы говорили о неких стандартах по штатному расписанию. Прошу эти стандарты тогда всем озвучить, с главами также обсудить и провести работу уже по приведению в соответствие все штатные структуры к этим стандартам. Эту работу мы начинали проводить с себя, со всех администраций в поселениях, с администрации района. 2 года назад привели себя к стандартам. Теперь мы занимаемся подведомственными учреждениями. Система образования, система спорта. И также мы перейдем, когда будем на следующей неделе заслушивать отчет Веры Николаевны по культуре, также мы оцифруем штатные расписания и по объектам культуры в том числе. Не забывайте, Евгений Александрович, что у нас рейтинг 50. Все ваши концепции и все, что мы делаем на поселении, должно полностью совпадать с теми критериями, которые к нам предъявляет губернатор, правительство Подмосковья. И рейтинг должен ваш и нашего района после внедрения концепции только повышаться. Никаких провалов, сбоев. Очень чутко и трепетно вы должны относиться к каждой реорганизации, к каждому преобразованию, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Спасибо. Тогда со спортом мы заканчиваем наши повестки. Все поручения будут отфиксированы и переданы вам, Евгений Александрович, для дальнейшей проработки. Дальше мы переходим к обсуждению следующего вопроса, третьего нашей повестки. Обеспечение земельными участками многодетных семей. В Одинцовском районе третий год подряд реализуется масштабная программа по выдаче земли, земельных участков нашим многодетным семьям. За 2,5 года мы смогли обеспечить участками 595 семей Одинцовского района, в то время как до нашего прихода этот показатель был нулевым. Ни одного участка, ни одна многодетная семья не получила. В этом году мы уже выдали 77 участков, а всего до конца года будет выдано около 300. Когда мы распределяли землю, выдавали нашим многодетным семьям, то обещали людям, что поможем не только землей, но еще поможем обустроиться. Это касается вырубки деревьев там, где это необходимо, на самих земельных участках, и подведение инженерной инфраструктуры. Я говорю сейчас о подъездных дорогах и о электричестве. В
формально, когда мы выдаем земельные участки, мы считаем, что свою работу, свою миссию мы выполнили согласно указу президента. Но бросить людей один на один с проблемами и вырубки, и с проблемами отсутствия дорог и коммуникации мы, конечно, не можем, поэтому считаем, что обязаны и должны довести эту работу до вот именно такого комплексного подхода. Сегодня Александр Александрович Тесля расскажет, как продвигается наша системная работа, подчеркну, системная, по выдаче земельных участков многодетным семьям, и о том, что нам еще необходимо будет вместе с вами, глава поселения сейчас, и вы начнете активно к этому процессу подключаться по созданию необходимой инфраструктуры в тех поселениях, где нам удается выдавать земельные участки. Хочу напомнить, что еще там 3 года назад, когда мы первый раз коснулись этой темы, то большинство чиновников Одинцовского района говорили о том, что земли на территории нашего района нет, и уж тем более для многодетных. Однако, как показала практика и наша с вами работа, земля есть, и мы ее успешно выдаем нашим многодетным семьям. Прошу вас, Александр Александрович, подробно расскажите о том, что мы сделали. Спасибо, уважаемый Андрей Робертович. Уважаемые коллеги, в своем докладе я кратко хотел бы рассказать о нашей совместной проделанной работе в рамках обеспечения земельными участками многодетных семей на территории Одинцовского муниципального района. Будьте добры, следующий слайд. Значит, как вы знаете, само предоставление земельных участков и обеспечение многодетными семьями земельными участками осуществляется на основании указа президента, так называемых майских указов президента от 7 мая 2012 года, номер 600-606, а также регулируется законом Московской области от 1 июня 2011 года, номер 73-2011, о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области. Следующий слайд, будьте добры. Действительно, Андрей Робертович, в 2014 году, когда по вашему поручению мы начали осуществлять эту системную работу, до этого времени многодетным семьям не было предоставлено ни одного участка. И благодаря именно системной работе в 2015 году мы смогли предоставить первые 100 участков. Эта работа была системно продолжена. И в 2015 году общее количество участков, которое было предоставлено, достигло 350. Как следовало ожидать, наши жители района, наши многодетные семьи, которые зарегистрированы на территории Одинцовского района, поверив в нас, поверив в органы местного самоуправления, начали осуществлять постановку в очередь для многодетных, и произошел достаточно серьезный прирост многодетных семей в этой очереди. В 2016 году, значит, у нас прибавилось 245 многодетных семей, а в 2017 еще 177 семей. Таким образом, буквально за 2-3 года, пока мы предоставляли земельные участки, прирост семей составил более 60%. И если в 2015 году количество многодетных, которые стояли в очередь, составляли 726, и нами было предоставлено 595 участков, то на сегодняшний день у нас осталось необеспеченных еще 586 семей. Хотелось бы сказать и обратить внимание, что если бы прироста такого колоссального не происходило, то в этом году мы бы смогли закрыть очередь из многодетных. Тем не менее, мы понимаем, что должны обеспечить всех жителей нашего района, поэтому эта работа будет продолжена и в следующие годы. Значит, в 2017 году нами было уже распределено 77 участков, и до конца года мы планируем распределить еще 200 участков. Одновременно в работе в нашей, то есть осуществляется постановка на кадастровый учет и регистрация муниципального права собственности еще 280 участков. Будьте добры, следующий слайд. Вкратце хотелось бы пройтись непосредственно по земельным массивам, которые мы предоставили нашим многодетным. Значит, это массив, который находится в деревне Трифановка, улица Семейная. Его площадь составляет 15 гектар. Значит, земли общего пользования на этом массиве уже сформированы, поставлены на кадастровый учет, и вырубка уже произведена. Будьте добры, следующий слайд. В деревне Труфановка также, значит, общая площадь 1,73 гектара,
На этом участке было сформировано 14 небольших земельных участков, все они были предоставлены. В настоящее время нами проведены уже кадастровые работы и проект постановления о формировании этого земельного участка направлен в правительство Московской области для согласования. Будьте добры, следующий слайд. Деревня Труфановка, площадь массива 2,3 гектара, значит, на нем находится 18 участков. Площадь земель общего пользования составляет 0,5 гектара. Эти земли общего пользования находятся сейчас в стадии формирования. Мы проводим кадастровые работы на основании муниципального контракта. Будьте добры, следующий слайд. Деревня Болтина. Площадь участка общая 8,4 гектара. Значит, на нем сформированы 62 земельных участка. В настоящее время нами также уже проведены кадастровые работы и решение о формировании земельного участка направлено на межведомственную комиссию в правительство Московской области. Будьте добры, следующий слайд. Деревня Якшина. Общая площадь земельного участка 5,7 гектара. Значит, на нем сформировано 45 земельных участков, все они предоставлены. Также участок уже земли общего пользования уже сформирован, и решение о постановке на кадастровый учет направлено на согласование межведомственной комиссии правительства Московской области. Следующий слайд. В селе Крымское общая площадь земельного участка 12,5 гектаров. Значит, на нем сформировано 95 земельных участков. Все эти земельные участки уже предоставлены. Соответственно, нами также уже проведена работа по формированию и на согласование проект решения направлен в правительство Московской области. Следующий слайд. Деревня Полушкина, 7,4 гектара. Сформировано 58 земельных участков, все они уже предоставлены. Значит, земли общего пользования уже частично вырублены. Проект решения подготовлен, направлен в правительство Московской области на согласование. Следующий слайд. В деревнях Подлипках и поселке Луговое также два небольших участка сформированы площадью 1 гектар и 2,4 гектара. Всего на этих участках сформировано 27 земельных участков. Проведена нами работа по формированию земельных участков, земли общего пользования поставлены на кадастровый учет, и они готовы для подготовки проездов, обустройства проездов внутриквартальных. Будьте добры, следующий слайд. В городе Кубинка, улица станции Кубинка 2, площадь общая земельного участка 3 гектара, количество земельных участков, которые сформировано, 30. Значит, нами были проведены кадастровые работы и проект решения направлен в правительство Московской области для согласования. Будьте добры, следующий слайд. Поселок Старый Городок, общая площадь участка 1 гектар, сформировано 8 земельных участков. Земли общего пользования сейчас находятся в стадии формирования. Мы проводим кадастровые работы. Будьте добры, следующий слайд. Поселок Покровское, 5,6 гектар. Значит, сформировано 43 земельных участка, все они предоставлены. Земли общего пользования уже сформированы и готовы для обустройства внутриквартальных проездов. Будьте добры, следующий слайд. Поселок Покровское, 7,8 гектара. Значит, сформировано 61 земельный участок, все они уже предоставлены. Земли общего пользования также нами уже сформированы и поставлены на кадастровый учет. Вырубка на данных землях общего пользования не требуется. Будьте добры, следующий слайд. В селе Покровское, улица Новая, общая площадь участка 4,5 гектара. Сформировано 31 земельный участок. Значит, эти земли общего пользования также поставлены на кадастровый учет. Вырубка уже проведена. Будьте добры, следующий слайд. Таким образом, если подводить краткие итоги проделанной работы, нами в настоящее время поставлены кадастровый учет и подготовлены к обустройству внутриквартальных проездов 4 массива. Это в деревне Труфановка, 2 в поселке Покровское и 1 массив в селе Покровское. С общей площадью земель общего пользования 8,7 гектар. Это те самые земельные участки, которые на сегодняшний день готовы к тому, чтобы их приняли в собственность наши сельские поселения, в муниципальную собственность, и для того, чтобы начали работу по обустройству внутриквартальных проездов каждому участку нашего многодетного.
Второй этап окончания работ по формированию земель общего пользования нами запланирован до 10 ноября 2011 года. Это в деревне Труфановка, деревне Болтино, деревне Якшино, село Крымское, деревня Полушкино, поселок Луговая и город Кубинка. Общая площадь земель общего пользования составляет почти 10 гектар. Значит, после того, как 10 ноября нами будет окончена эта работа, земельные участки будут поставлены на кадастровый учет, соответственно, главы сельских поселений также смогут принять в муниципальную собственность эти земельные участки и начать обустройство внутриквартальных проездов. В целом, окончание работ по формированию земель общего пользования планируется завершить до 1 января 2018 года. Это в деревне Труфановка, в поселке Старый Городок, в деревне Подлипки. Общая площадь земель общего пользования составляет 2,4 гектара. Будьте добры, следующий слайд. Уважаемый Андрей Рольевич, хотелось бы вашего поручения главам городского поселения Кубинка, главе сельского поселения Чистцовское и главе сельского поселения Никольское оформить право муниципальной собственности поселения на земли общего пользования, которое вы только что обозначили, естественно, отдельным поручением с указанием кадастрового номера мы направим в адрес глав поселения. В составе этих массивов, значит, до конца 2017 года. Со стороны администрации района мы обязуемся оказывать полное содействие, представлять интересы в правительстве Московской области при принятии решения о предоставлении этих участков в собственность поселения. Кроме того, необходимо дать поручение этим главам выстроить внутриквартальные проезды до конца 2018 года. Мы провели предварительные расчеты, безусловно, это требует очень серьезных затрат, это сотни миллионов рублей. Однако, выполняя ваше поручение, значит, мы совместно с главным поселением постараемся изыскать эти средства и обеспечить наших многодетных этими внутриквартальными проездами. Кроме того, хотели бы дать поручение Михаилу Владимировичу Каратаеву обеспечить подключение земельных участков, предоставленных многодетным семьям к электрическим сетям до конца 2018 года. Нужно отметить, что Михаил Владимирович и сейчас системно проводит эту работу. У нас уже имеется более 50 заключенных договоров на поставку электроэнергии. И я уверен, что мы сможем также наших многодетных семьи обеспечить электричеством в полном объеме. Спасибо за внимание. Да, спасибо, Александр Александрович. Действительно, системная большая работа проводится по многодетным. Что касается поручений, согласен по поводу оформления муниципальной собственности. Действительно, с этой работой главы самостоятельно справятся. И до конца 2017 года здесь я проблем не вижу. Что касается больших, действительно, десятки или сотни миллионов затрат на обустройство внутриквартальных проездов, то здесь нужно добавить еще Михаила Алексеевича Пайсова для того, чтобы мы по возможности попали во все программы, действующие в Московской области по линии дорог, по тем направлениям, которые курирует Игорь Борисович Тресков. Также нужно помочь главам силами нашего муниципального учреждения «Упордоркабстрой» обсчитать все эти затраты и по каждому поселению, по каждому вашему, так скажем, поселку для многодетных вывести эту цифру для того, чтобы поставить, скорее всего, и в какие-то работы и финансирование в рамках поселения, какие-то работы мы возьмем на уровень района и, безусловно, при таких затратах мы очень сильно будем надеяться на помощь правительства Московской области, именно вот профильного министерства транспорта, где у нас есть все шансы попасть в соответствующие программы. Поэтому добавляем поручение Михаила Алексеевича вместе с Батушенко. Это работа, чтобы главы не пришли в шоковое состояние от огромных сумм и затрат. Эта работа наша будет совместная. Что касается электричества, Михаил Владимирович с этим уже эффективно справляется. Мы знаем, что действительно многие пошли на заключение договоров. И здесь есть четко установленная норма законом и работающий регламент и в Мособлэнерго, и в МАЭСКе, и в любых других сетевых компаниях, которые присутствуют на территории нашего района. За совершенно разумную плату электроснабжающая организация обязана подвести электричество к потребителю.
в рамках определенных киловатт. Здесь очень важно правильно информировать тогда наши многодетные семьи. Продумайте, как подготовить тематические и статьи в нашем информационном блоке и в электронных носителях, и в печатных изданиях. А также, возможно, необходимо провести масштабную встречу с многодетными. Мы уже этот инструмент применяли, когда только начинали выдавать участки, всем все разъясняли, показывали. Многие тогда не верили в то, что участки будут выдаваться. Ну, по итогам проблемы перерастали из этого вот недоверия и страха к тому, что потом делать с землей и как подключаться к коммуникациям. Если такой запрос есть, а мы периодически получаем в виде жалоб и вопросов и по социальным сетям, и на электронную почту, если он запросы есть, тогда проводите в ближайшее время эту встречу именно по коммуникациям и объясняйте, как, какой порядок действия у каждого, кто хочет подключиться к электричеству. Ну, по дорогам мы, как только получим конкретные цифры, мы с Александром Александровичем эту информацию также многодетным транслируем. Есть что добавить, Вас? Андрей Иванович, мы ведем системно эту работу, встречаемся с лидерами инициативных групп, объясняем пошагово действия, помогаем оформить заявки и сопровождаем эти заявки внутри энергосетевых компаний. Просто разные энергосетевые компании на этих территориях присутствуют, но все эти территории охвачены энергосетями. Соответственно, в большинстве случаев 15 киловатт можно получить за 550 рублей. Соответственно, если пошагово двигаться по поселкам, то они охватываются практически на 100% такими подключениями. 15 киловатт при современных технологиях строительства это достаточно для того, чтобы отапливать 100 квадратных метров жилого дома. То есть даже отопление можно уже повесить будет на электричество. Понятно. Но если мы с вами возьмем сухие цифры, то 595 семей получило участки, а договора заключили 50. Либо остальные не знают. Но я сомневаюсь, что это дорого для остальных. 550 рублей. То есть все, по идее, все уже должны заключить договора. Скорее всего, информация где-то не доходит. Прошу вас тогда поменять средства коммуникации и сделать это каким-то иным образом, чтобы все точно понимали, что заплатив 550 рублей, на каждый участок будет подведена коммуникация электричества 15 киловатт. Подумайте вместе с Александром Александровичем, как это сделать. Либо разослать по почте всем информацию тем, кто уже получил участки, а памятки эти выдавать при получении новых, либо собрать их в одном зале, либо использовать любые наши источники и средства массовой информации. Доведите тогда эту работу до максимального освещения. Спасибо. Тогда с многодетными также мы заканчиваем. Переходим к обсуждению следующего вопроса. У нас докладывает Максим Викторович Шерманов. Вопрос связан с профилактикой заболеваний кори. Мы на прошлой неделе очень подробно с присутствием соответствующих служб разобрали эту проблему. Каждому подразделению и структуре администрации района и в поселениях были даны соответствующие поручения. У нас было три приоритетных задачи. Это вакцинация сотрудников системы государственной власти по линии культуры, образования, администрации. Те люди, которые общаются либо с детьми, либо с большим количеством жителей, оказывая те или иные услуги. Вторая задача была привить детей, которые находятся в системе, либо образования, либо спорта, либо культуры. И третья была задача устно или через средства массовой информации и наглядно транслировать информацию о необходимости вакцинации, о последствиях, которые могут быть, если дети или члены семьи заболеют этой болезнью. Максим Ильич, хочу тогда услышать о том, что сделано за неделю, сколько людей привито, какие плакаты, листовки за этот период были опубликованы, раздавались. Сколько
проведено собрание с родителями, родительским сообществом в школах. Ну и, конечно, какое количество детей на сегодняшний день имеет прививки и сколько вы в план поставили вместе с коллегами на следующую неделю. А судоклад у нас у Ярослава Витальевича Дрозда. Это система здравоохранения. По тем же, собственно, приоритетным задачам, которые уже я обозначил. Что делало непосредственно Минздрав с мобильными бригадами, о которых мы говорили, которые могли бы выезжать на предприятие или поквартирно и проводить вакцинацию. Что с нашими сотрудниками, в каком объеме вы провели эти работы, что с информированием. Ну и самое важное, конечно, ответить на вопрос, какая у нас динамика по заболевшим. Получаем ли мы прирост, или мы смогли нашими мерами остановить количество заболевших. И, очевидно, оно должно было пойти на снижение. Начнем с вас тогда, Максим Викторович, с коротким докладом, а потом пройдемся, если будут вопросы, к профильным заместителям. Спасибо, Андрей Ильич, уважаемые коллеги. Была проведена, как уже сказал Андрей Ильич, работа по анализу выполнения поручений главы по данному вопросу. Следующий слайд, пожалуйста. По блоку спорта стояли 4 задачи, но реальности мы можем отчитаться только за одну, но фактически уже и за 3 остальные тоже. Начну с последнего. До 17 числа представить главе Одинцовского муниципального района отчет по проведению тематических собраний по вопросу проведения профилактических прививок. Проведено 60 тематических родительских собраний в 10 подведомственных спортивных школах. Завершается до 20-го стояла задача предоставить дорожную карту. Уже, как блок Евгений Александрович доложил, завершается работа дорожной карты. Главе района будет представлена в установленные сроки. Провакцинировано 412 сотрудников, это 93%. Не вакцинировано 33 сотрудника по причинам медицинского отвода. Отсутствие вакцины 21 человек, это по детской тематике. И планируется вакцинацию довести до 95-98, то есть в тех нормах, которые нам предписывает Санпин, до 27 числа. И во всех в 100% подведомственных спортивных школах размещены информационные материалы. Следующий блок, пожалуйста. По блоку культуры. Следующий слайд. По блоку культуры стояла задача предоставить главе дорожную карту по организации иммунизации против кори. Дорожная карта разработана и представлена. Мероприятия дорожной карты выполняются. Следующий, пожалуйста, блок. По образованию. Самый наш большой блок. Там стояли все задачи сегодняшнего дня. Две задачи – это по формированию и представлению главе дорожной карты по организации иммунизации против кори сотрудников. И вторая дорожная карта по проведению родительских собраний по вопросу иммунизации против вирусных заболеваний детей дошкольного и школьного возраста. Данные две дорожные карты сформированы. И, как вчера блок Ольги Ивановны Ляпистовой доложил, уже представлено главе. Провакцинировано по первой задаче на 5 октября 3866 сотрудников, 83%. На позавчерашнюю дату 495 тысяч сотрудников, это 91%. Непривитые сотрудники, в том числе по медицинским отводам, 604 на 5 число и 275 на, с понижением, естественно, процента, 275 сотрудников. И на текущую дату получается, что у нас 5,9% не привито. И переболели 181 сотрудник. Я надеюсь, что это переболели когда-то раньше. Ольга Ивановна, я правильно понял? Все, понятно, 4%. Провакцинировано 51 019 детей, что составляет 95,7%. Это в нормах Санпина. Не привиты по различным причинам 4,3%. Из них медицинские отводы, противопоказания – это 2,3%. И отказы – это 1085 детей, 2%. Во всех образовательных учреждениях размещена информация по профилактике кори. Следующий слайд, пожалуйста.
по блоку Павла Вячеславовича Кондратского, это потребительский рынок и МФЦ. Две задачи – это проведение мероприятий по профилактике кори на предприятиях и многофункциональных центрах. Что касается предприятий, то листовки информационные направлены адресно руководителям 53 промышленных предприятий, охват 9247 работающих для размещения на предприятиях и доведения до сотрудников. Также, как вы видите на слайде, проведен ряд мероприятий. Из числа сотрудников МФЦ от кори привито 103 человека, отказались от вакцинации 26, старше 35 лет 38. 8 сотрудников, 15 сотрудников имеют противопоказания. 13 человек находятся в отпуске. Соответственно, для этой категории будут приглашены работники Одинцовский ЦРБ для проведения вакцинации. Следующий слайд, пожалуйста. По блоку ЖКХ было одно поручение, как мы какую информацию мы получили, что информация о проведении мероприятий по профилактике кори доведена до всех управляющих организаций, направлены листовки, и на текущий момент порядка 2500 листовок уже расклеены на информационных досках, в подъездах и домов. Следующий слайд, пожалуйста. Так как выполнение поручение, Андрей Иванович, отслеживается вами посредством системы Bittrex, то есть вы четко видите, какие задачи в каком режиме. На текущий момент у нас отчитались фактически все поселения. Это две задачи: информационные материалы и оказать содействие. На текущий день не закрыты, я подчеркиваю, это не задача не выполнена, они закрыты, они в Bittrex'е. Это по первой задаче Заречье, Горская, Ершов, Никольская, и по второй задаче это информационные материалы Заречье, Горская, Ершовская и тоже Никольская. То есть все поселения перед началом встречи заверили, что задача выполнена. В данный момент идет заливка в систему. Андрей Иванович, вы лично в Bittrex'е отслеживаете те информационные материалы, которые прикладываются поселениями. Как следующий слайд, пожалуйста. Ну, как пример. Как пример, это выглядит на стендах и на домах, да, информационные материалы именно таким образом. Андрей Иванович, доклад закончен. Да, спасибо, Максим Викторович. У меня вопрос по культуре. Нет точных данных. По всем отраслям на слайде мы видим и процент снижения невакцинированных сотрудников, и количество и качество проведенной работы. По культуре мы увидели только дорожную карту. Что она из себя представляет? Она, видимо, у вас на руках или в компьютере. Да. Дайте данные, что с сотрудниками. Также выйдите на общий процент, как он изменился в большую сторону, если мы говорим про вакцинированных. Да, в прошлый раз у нас было 77%, в этот раз у нас наименьший процент по учреждениям – это 85%, это сводная таблица в дорожной карте есть. В общем, Максим Викторович, я в Bittrex'е, у вас этот доклад? Ну хорошо, мы сейчас… И у Максима Викторовича, да, мы все он с вами, сейчас есть у меня в электронном, да, виде. Мы все с вами находимся в Bittrex'е, а совещание транслируется на жителей района, которые не в Bittrex'е. Поэтому вы должны выдать нам точные цифры. Да, он у нас готов, и он есть в электронном виде. Если можно его сейчас показать на экране, я его отправляю. Да, прошу вас. Поставьте тогда отчет по культуре. Пока ставится слайд по культуре, Михаил Владимирович, тогда доработайте свой блок ЖКХ. Мне нужно, чтобы водоканал, теплосеть, управляющие компании, муниципальные, МУПы, водостоки также вам отчитались о том, сколько у них вакцинированных, особенно в тех отделах, которые работают с населением. По вашему блоку поставьте задачу подведомственным учреждениям и предприятиям. Помимо расклейки информации на стендах, еще доработайте свой блок. У нас есть презентация от культуры? Нет презентации? Ну, как нет, я отправила. Хорошо, с вас цифры, если они есть в компьютере, назовите, мы пойдем дальше. Если нет, тогда готовьтесь к следующему разу.
Да, у нас есть цифры, у нас по нашим учреждениям самый низкий процент – это 85%. Это Барвихинская детская школа искусств, это Лесногородская детская школа искусств, это Новогородковская школа искусств «Лира» 85%. Сводные данные мы получаем каждый вторник и анализируем их. Подадим, я прошу прощения, ну, мы поставлены задачу дорожную, над ней сконцентрировались и не сделали эту сводную таблицу. Сделаем в следующей неделе обновленную сводную таблицу. В любом случае, данные в электронном виде. Да, образец тогда возьмите по примеру образования или бизнес-МФЦ. Значит, мне нужны данные о том, какая динамика у вас и что вы делаете конкретно. Стенды, вакцины, процент. По стендам я сейчас могу доложить. Давайте. Значит, у нас в срок до 12-го, это я сейчас все мероприятия оглашаю, в срок до 12 октября отмена всех культурно-массовых мероприятий, это приказы по учреждениям все 100%, проведение совещания с руководителями подведомственных учреждений до 12 октября было исполнено по всем заведениям, проведение руководителями подведомственных учреждений информационных совещаний о необходимости вакцинации до 11-го исполнено, размещение информационных информации о заболеваниях кори и пользе вакцинации в подведомственных учреждениях, учреждениях культуры до 12-го исполнено на всех абсолютно на входной группе стендах информации есть эта информация. Проведение информационных собраний с участием медицинских работников до 19-го проводится, сейчас идут. Организация в библиотеках Одинцовского муниципального района тематических выставок о заболевании и необходимости проведения вакцинации. Срок до 20 октября. Во всех библиотеках они будут проведены. Да, хорошо. Это мероприятие дорожной карты. Мне нужны конкретные цифры. То, что сделано с подтверждением. Исходите из того, что мы здесь никому не верим. Только фотофиксация и конкретные цифры по собраниям, по вакцинам. И по всем мероприятиям, которые вы обозначили. Ярослав Витальевич, прошу вас, расскажите, как медик, что у нас происходит. Остановили ли мы эпидемию, так скажем, почти эпидемию? Есть ли положительные сдвиги, положительная динамика после нашей работы? Добрый день, уважаемый Андрей Робович, уважаемые коллеги. Я с динамики начну. По состоянию на 18.10 на территории Одинцовского района зарегистрировано 46 случаев кори. За неделю с 11 по 18 зарегистрирован один случай кори. Это ребенок до года, который не подлежал вакцинации по возрасту. Регистрация данного случая была 15 числа по адресу город Одинцово, улица Садовая, дом 16. По данному очагу проводятся начатые и проводятся противоэпидемические мероприятия. Выявлено 78 контактных лиц, проживающих в подъезде. 68 из них нуждались в вакцинации, вакцинированы только 9. Медицинскими сотрудниками оставлены листовки с приглашением на вакцинацию. Работа в данном очаге продолжается до 2 ноября 2017 года. Эпидемию, Андрей Робович, мы не победили, однако отмечаем снижение. Если у нас было за период сентября и октября той недели 34 заболевших, что составляет среднее количество 5 человек в неделю, то теперь за неделю у нас зарегистрирован один случай. Однако хотелось бы, чтобы мы не снижали наши настороженности в этом направлении. Инкубационный период у данного заболевания до 21 дня, то есть инкубационный период – это тот отрезок времени от момента попадания микробного агента в организм человека до появления первых симптомов. Поэтому говорить о победе над вирусом, по моему мнению, можно говорить через 30 дней после отсутствия случаев регистрации кори на территории района. Значит, в очагах кори с мая месяца выявлено во всех очагах 2461 контактное лицо, 1057 подлежали вакцинации, вакцинировано 215 человек, 839 человек отказались от вакцинации. По пункту 1.18 протокола совещания от 11.10 о наличии вакцин против кори в учреждениях здравоохранения. В государственных учреждениях здравоохранения по состоянию на 17-е имеется в наличии 767 доз вакцины. На районном складе на базе Одинцовской ЦРБ 47 вакцин вчера оставалось. Сегодня с областного склада города Подольск дополнительно получено 1400 доз. Мы дали поручение главным врачам обеспечить неснижаемый остаток в поликлинических отделениях,
в поликлиниках и амбулаториях различной. Сегодня они дополнительно получат с нашего окружного склада и будут доукомплектованы некоторые подразделения. По моим данным, таких подразделений именно порядка 5, но во всех учреждениях района вакцина есть. По вопросу 1.19. Информация по вакцинированным медицинским работникам. Всего 2911 медицинских сотрудников. Из них нуждались в вакцинации 807 человек, вакцинировано 726. Медицинские отводы у 81 человека. У кого-то временные, у кого-то постоянные. Временные – это прививка против гриппа наиболее часто. Из постоянных – это аллергические реакции выраженные. Также медицинские отводы все пересматриваются с учетом комиссий, созданных в учреждениях. Через полгода, например, человек на данный момент может получать лечение у злокачественного образования и получать химиотерапию. На данный ему момент противопоказано. Через полгода ему будет положено уже. По вопросу 1.20. Согласно приказам главных врачей, организовано 13 выездных бригад. Маршруты и графики выездных бригад формируются по мере обращения организаций. Отрабатываются в кратчайшие сроки. Вакцинация взрослого населения – 1582 человека, в том числе в организациях 327 человек. За неделю, за прошедшую, провакцинировано 585 взрослых, из них 212 в организациях. Это школы номер 1, 11, Немчиновский лицей. Детский сад номер 21, 31, 23, 36, частный «Олененок» и сотрудники Одинцовского водоканала. На этой неделе, по имеющейся информации в управлении, планируется вакцинация сотрудников парка имени Лазутиной, Жаворонского театрального центра, центр молодежных Жаворонков и сотрудников администрации в сельское поселение Жаворонки. По пункту 1.13. Дорожная карта по проведению родительских собраний согласована с управлением образования. Собрания будут проходить с 20 по 28 октября. Главным врачам будет сегодня поручено обеспечить участие медицинских сотрудников в собрании, для того, чтобы те качественно и на своем медицинском языке довели до населения ту обстановку, которая сейчас происходит. Доклад окончен. Спасибо. Да, спасибо, Ярослав Витальевич. Нам, у вас презентации не было, да, сегодня вы не готовились. Мы на следующую неделю также коснемся кори. Прошу вас тогда все цифры сгруппировать и представить в виде презентации, потому что мы также будем транслировать нашему населению. Максим Викторович, тогда нужны графики от здравоохранения, как выезжает мобильная бригада в поселение, в наше подразделение культуры, в администрации и так далее, и так далее. С Минздравом тогда все графики подписать, отработать. Там, где будет явный провал, не будет хватать, так сказать, мобильных бригад или там сотрудников, ну, будем дополнительно с вами тогда консультироваться, обсуждать. Может быть, мы какие-то свои задачи там сгруппируем в одно место, чтобы вы могли большее количество людей обеспечить вакцинами. Я так понимаю, что с вакцинами проблем нет. На сегодняшний день они есть в остатках. Главное, врачи у вас под контролем и эти остатки контролируют. То, что, собственно, происходило в медицинских учреждениях весь летний период, когда не было вакцин, как оказывается. Сейчас эта проблема снялась. Что касается самой работы, то я бы хотел акцентировать внимание на чем. Прививки, заболевания, эпидемии, карантины – это все блок здравоохранения. Вы здесь для нас являетесь локомотивом движения. И только нам вы даете просьбы, задачи, поручения и так далее. Здесь помогите, здесь обеспечьте. Вот, пока, к сожалению, выглядела ситуация иначе, когда мы вклинились уже в работу и пытались вам давать конкретные поручения. Вот. Это не совсем правильно. Не глава должен заниматься вакцинированием, а Министерство здравоохранения с вашим руководителем и с главными врачами на территории. Поэтому вы так к этой задаче относитесь. Это моя, собственно, просьба к здравоохранению. Вы берите этот рюкзак на себе и начинаете его нести, а нам выдавайте задачи. Нужно собрать людей, мы вам соберем. Нужно провести работу по школам, мы ее проводим. Ну, как вы видели, по всем направлениям мы уже занимаемся. Но прививки, вакцины, мобильные группы, отслеживание этого порога, эпидемия, не эпидемия, лечение людей – это все ваш блок.
здравоохранения, чтобы вот здесь не было перебрасывания ответственности и самой, собственно, задачи. И надеюсь, мы с вами будем, как партнеры, бороться с этой проблемой, а не искать там крайних и загружать чужими полномочиями администрации. Хорошо? Есть. Если, да, если, пока от вас просто не прозвучало, я вас все подвожу к тому, что где вам нужна еще какая помощь от нас, помимо той работы, которую мы вот настроили. Андрей Робич, вот ответственный сотрудник в управлении в каждодневном режиме работает с городским поселением Одинцово. Так. Они сверяют часы, что где как идет. Мы просим активно в письменном виде на наш адрес, желательно в ПОМСЭД, те предприятия, которые от вас идут. То есть организовано графиком, где сколько человек, для того, чтобы и мы уже будем сами выходить на них. Нам нужен только контактный телефон учреждений и количество человек, готовых провакцинироваться. Вот это четко нужно для того, чтобы мы вот эти бригады уже могли пускать по району и отслеживать их маршрут. Вот в кратчайшие сроки хотелось бы от руководителей это увидеть. Хорошо, руководители здесь все присутствуют. Тех, кого нет, мы это поручение транслируем. По промышленным предприятиям, по бизнесу, по частному, так скажем, сектору, по предпринимательству Павел Вячеславович эту информацию вам сбросит. Вы можете параллельно с нами созваниваться и отрабатывать с коллективами или с директорским корпусом. Потому что нам все практически предприятия отчитали, что у них есть свой график того, как идет вакцинирование. По подведомственным учреждениям мы эту работу проводим, вам, соответственно, сбросим. Если это единственная, собственно, проблема, то мы, конечно, ее в кратчайшие сроки отработаем. У вас будет полная база данных с телефонами, с сотрудниками ответственными по всем учреждениям. Спасибо, Андрей Ильич. Нам вот именно нужно, что учреждения, люди и телефоны. Без дат, чтобы мы могли в зависимости от загрузки бригад уже распределять и выстраивать последовательную работу. Угу. Спасибо большое. Да, хорошо. И тогда на следующей неделе опять подводим итоги. Мы по своей части подведем, вы тогда будете отслеживать количество заболевших, количество прививок, которые вы проводите, и как проходит лечение. Нам нужна вот обязательно эта динамика. Было, стало. Есть. Смогли ли мы побороть ситуацию? Так, уважаемые коллеги, у нас еще большой вопрос остался в повестке по работе Единого информационного расчетного центра. Здесь есть и презентация, и исходя из итогов работы ЕРЦ, мы планировали выйти на сложную тему по долгам управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, но предлагаю его перенести на следующую планерку, потому что мы уже весь лимит, во-первых, исчерпали времени. Там накладываются уже определенные совещания, которые идут совместно с правительством. Поэтому, Михаил Владимирович, доклад вас давайте поставим на следующую среду. С него начнем и перейдем потом к блоку культуры. Так, чтобы эта важная тема у нас четко вот тоже у всех была отфиксирована. И у глав, присутствующих на планерке. И очень важно, чтобы погрузились в эту информацию наши жители путем прямой трансляции. И то, как мы внедрали ЕРЦ на территории, то, какие результаты на сегодняшний день это дает ресурсоснабжающим организациям, которые работают через этот единый центр, и как выстроена система по платежам, и как она работает в сравнении с тем, что было. И на примере этого хотелось бы подробно разобрать те управляющие компании, которые не зашли в единый расчетный центр и имеют огромную задолженность перед нашими ресурсниками. На сегодняшний день, даже если брать только территорию Новой Трехгорки, эта сумма долгов управляющих компаний составляет более 700 миллионов рублей. 700 миллионов рублей. Это огромная сумма, которая не заплачено ресурсникам. При этом собираемость населения порядка 95%. Деньги просто пропали, не заплачены. Сейчас работают и занимаются этой проблемой правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела. И хотелось бы в этой ситуации с вами подробно разобраться, все разложить по полочкам и доложить и главам, и населению
о том, кто за что должен и почему такая ситуация до сих пор еще возможна на территории нашего района. Все, тогда на сегодня планерку заканчиваем. Всем хорошего рабочего дня. А вопрос переносим на следующий. У нас объявление. Да, пожалуйста. 25 октября в Барвиха Лакшери Вилледж будет торжественное закрытие федеральной программы «Где рождается искусство». В программе большой концерт, симфонический оркестр Вооруженных сил Российской Федерации, Халиловский оркестр, легендарный, в полном составе, Юрий Александрович Розум, народный артист, и солистка Большого театра Анна Аглакова. Мы приглашаем всех. Вход абсолютно свободный. На глав мы отправили письмо с просьбой обеспечить нам определенное количество работников культуры. Это должен быть такой очень большой и хороший, знаете, культурный форум, чтобы наши дорогие работники культуры могли получить некий такой глоток воздуха свежего, потому что это самое лучшее, самое на данный момент, это гордость России, и Аглакова, и Розум, и Оркестр Вооруженных Сил, который по всему миру очень громко звучит. Поэтому давайте соберемся на этом мероприятии все, и давайте вот объединимся на таком хорошем событии. Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ОТВ. О главных событиях в Одинцовском районе вам расскажут мои коллеги и я, Петр Горохов. Сегодня в выпуске.